Բարի երեկո, հարգելի գործընկերներ, ես այսօր խոսելու եմ որպես բժիշկ, որպես մի մասնագիտության գրող, որը որ իր գործառույթներով, իր աշխատանքով ծառայում է մարդասիրությանը, ծառայում է մարդկությանը և կարող եմ հավաստի ասել մեր հայրենակիցներին, ով այս պահին մտահոգ է, որ մեր իրավոր զինվորների, մեր խաղաղ բնակչության, բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են այս իրավիճակում, նրանց առողջական վիճակը, բուժումը գտնվում է մեր բժիշկների և երկու հայկական պետությունների համակարգերի հոգատար և բարձր պրոֆեսիոնալ հոգացության ներքո։ Ձեր թույլատրությամբ ես կուզեի խոսել նաև այն լեզվով, որը հասկանալի կլինի մեր գործընկերներին տարածաշրջանում, աշխարհում և մասնավորապես Ադրբեջանում։ Я буду говорить с врачами мира на языке гуманности, который сегодня понятен всему миру, который понятен людям, которые содрогнулись от возможного вызова тысячелетия ковида, минуту пандемии. И, к сожалению, диктаторский режим Азербайджана, который при помощи экстремистов, наемников, радикалов, террористов, бандитов развязал войну в минуту, когда мир борется с пандемией ковида, когда каждая жизнь находится под бдительным вниманием профессиональным наших коллег-врачей. Результатом этой военной авантюры оказались жертвы не только среди военных, оказались жертвами мирные жители, старики, женщины, дети. Жертвами этой авантюры оказались журналисты, которые хотели рассказать миру правду. Правду о том, что армяне жили, живут и будут жить у себя на родине. Посмотрите глаза людей, которые сегодня остались под бомбежкой. Посмотрите в глаза ребенку, который сегодня проснулся от бомбежки рано утром, и вы поймете, кто говорит правду. Люди, которые живут у себя на родине, или люди, которые якобы борются за якобы имеющиеся границы. Их никогда не было и не будет у суверенного Азербайджана. Я имею в виду те границы, которые сегодня обрамляют зоны безопасности и независимый Арцах. Поэтому как врач, как человек, преданный самой гуманной профессии, я считаю, что все врачи мира сегодня обязаны поднять свой голос, голос возмущения, минуту пандемии, развязавшим войну, и сказать «стоп, стоп, агрессоры». Я хочу еще раз поблагодарить всех тех врачей, которые оказали помощь и будут оказывать высокопрофессиональную помощь не только раненым и мирным жителям, но еще и вашим коллегам, журналистам, которые оказались, к сожалению, под огнем врага. И готов ответить на ваши вопросы касательно здоровья наших ребят, здоровья наших граждан и ваших коллег.